Султанбаева Диана Лубичевна, являюсь жителем. Это я живу в этом доме, Элибаева 5, третий подъезд. Вот это наши как раз в нашем подъезде. Однажды утром проснулись, это была суббота, проснулись там, и как вот этот, и вдруг смотрим в окно, он все деревья там порубил. То есть распилил там все. И мы настолько удивились, как это, ни разрешения, ни даже не посоветовавшись. И мы тогда взяли домкомшу, моя соседка и я пошли к нему, вызвали его, он был у себя дома, он живет в 13-й квартире. А он говорит, то он совсем по-другому разговаривал. А кто, говорит, такая? Пошла ты на три буквы. Вы представляете, я потеряла дар речи, мне было так плохо, мне 71 лет, и вдруг какой-то этот вот так обзывает. Это настолько было плохо, я в этот день лекарство пила и не могла прийти в себя. Я позвонила в этот день в Зеленострой, мэрию дежурным там. В Зеленострое сказали, если там прокуратура, там все так, если прокуратура там не возьмется за это дело, без разрешения мы ничего не можем. Я поехала там с соседкой в прокуратуру. Поехали. Они говорят, мы это полномочия передали Октябрьской РОВД. Поехали в РОВД, этот следователь, Илиман его зовут, к сожалению, фамилию не знаю. Он обещал прийти заняться. Столько деревьев вырубить. Они растут так долго. Ну, понимаю, сухие, больные. Это в разговоре. 2-3 дерева. 2-3 дерева. Ну, так все вырубить и под окнами устроить лавки, где по ночам постоянно кто-то шумит, поехал.